створаны на основе дитячих малюнков. Уникальные паштовки уручат ветераны Великой Чины войны Гродинщины. У гонор 75-годия перемоги у регионе стартовала акция «Перемога деда – моя перемога». Детям всех районов пропоновали створить тематичные малюнки об переможном мае. Затем працы были переведены у лічбовий формат, что и склало основу уникальных паштовок. Навученцы Гродинской дитячей школы мастерства стали одним из самых активных удельников областной акции «Перемога деда – моя перемога». Юные гродинцы подрихтовали каля сотни тематичных работ, лепшие из яких были отлічбованы. Напередодні 9 мая паштовки с логотипом «75 год перемоги» и щирым дитячим подписом подяка за героизм и подвиг будут уручены ветеранам войны, которые проживают непосредственно у Гродни. Я нарисовала внучку, которая пришла к бабушке поздравить ее с великой победой, потому что я сама внучка, у меня прадедушка воевал, и я хотела, чтобы ветераны порадовались в этот день, что молодое поколение ценит вклад и подвиг ветеранов. Ветераны заслужили то, чтобы мы о них помнили, что они сделали для нас. Я очень благодарен и решил нарисовать для них этот рисунок победный. Узрост удельников, которые пожелали долучиться до символичного проекта подяки, самый разный – от вышню початковой школы до выпускников. До слова, у межах областной акции «Перемога деда – моя перемога» каждый район Гродинщины створал паштовки с уласным дизайном. У вынику усяго было подрихтовано каля 500 сотен эксклюзивных вариантов. Слава Богу, это поколение выросло без войны. И более того, у нас уже 3-4 поколения людей не знают войн, поэтому эта тема вынуждает задуматься о долге и памяти, и чести. Поэтому выбор, скорее всего, был уже о героических людях, о характере. В итоге получилась искренняя выставка, искренняя работа, это самое главное. Работы были оцифрованы, нанесены на открытки, и данные открытки будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 9 мая. Будут подписаны, они будут именные, и в них будут поздравительные слова благодарности нашим ветеранам за то, что они сделали, за то, что они добыли победу.